какой выход я придумал! Что придумают ребята в течение этой программы, неизвестно даже мне. Это импровизация, здесь нет сценария. Привет! Мы рады вас приветствовать на лучшей программе в мире! И у нас в гостях невероятный человек, человечище. Константин Ивлев! Пожалуйста. Кость, все чаще мы стали видеться с тобой. К чему бы это? Ни к чему, ты становишься популярным. Да? Тебя приглашают на телевидение, это великолепно. Да, бывает, даже еще и поесть дают. Вот мы, кстати, по этому поводу позвали тебя. Ага. Как ты думаешь, какие вкусовые приоритеты у наших ребят? Ну, абсолютно. Здесь давай. Хот-доги, там лапша заварная в стиле доширака. Здесь, скорее всего, пюре быстро заваривающее. Ну, а там фрикадельки в томатном соусе. Нормально. Так, вы сами скажите, какие у вас приоритеты есть? Что любим пожрать, пацаны? Блин, я люблю стейки. Люблю. Ну, правда, да. Костя, прожарка какая? Медиум. А ты знаешь, что есть еще такая прожарка, как блю? Как? Блю? Блю. Блю, это к Арсению. Арсений, что ты любишь есть? Я очень сильно люблю мамину жареную картошку. Так, что у нас лопает Сережа? Я ем пельмени well done с килограммом сметаны. Вот надо не сметану в пельмени, а пельмень так в сметану, когда макаешь. Дим, что я ем? Да. Короче, я такой человек, который пробует все. И я все вообще жру. Мне интересно. Будешь попробовать. И бараньи яйца? Ел. Зачем я с ним поздоровался? Давайте начинать. Сцена из шляпы. Константин Ивлев у нас в гостях. Все очень просто. Ребята, разделитесь на две команды. Мы достаем отсюда бумажки, я заготовил. Но смотри, чтобы было все по-честному, эта заготовка только наполовину. Тебе надо будет придумать вторую часть, а ребята на это наморосят шуток. Итак, все, давай. Сцена из шляпы понеслась. Ночной клуб для... Для животноводов. Во, для животноводов. Чё не тусуемся, а? Чё не тусуемся? Давай! Ага. Серёж, ну ты вставил себе в ухо в сережку, думал, юмор прибавится, да? Нет, просто дырку заткнул, я ж тебе говорил. Ты знаешь, Серёжа, в этом желании затыкать дырки Москва меняет людей. Мне иногда нравится затыкать дырки. Да? Да. Хорошо, я помещу твое объявление в газету. Я уже давно поместил. С удовольствием приму затычку в дырку. Итак, на... Я не про себя, это я... Текст Сергея. Это был текст Сергея в кавычках. В объявлении будет. С удовольствием приму затычку в дырку. Сергей, телефон. Да, да. На конкурс фокусников пришел кто? Хирург. На конкурс фокусников пришел хирург. Ну, для того, чтобы разрезать женщину, во-первых, нужно вначале, чтобы она подписала отказ от претензий. Сестра? Это, видать, была 12-перстная кишка. Конечно. Да? А вот где кролик! Ну что ж, аппендицит, и как повезло, что у меня их три, господа! У меня их три! Это просто везение! Какое-то! Класс! Дальше.
компьютерная игра про... Компьютерная игра про Пашу Волю. Да, давайте, давайте. Лейсан, я люблю тебя. Лейсан, я люблю тебя. Молодец. Мне нужно захватить еще одну передачу. Да. Мам, игра говно, я его прокачиваю, он все равно дрыщ. Ага, офигеть, блин, да, ага. 5500 потратил, бегаю по Пензе. Во, просто, вообще, огонь. Игра. Так, давайте. Самый плохой инструктор по... Карате. Е, погнали. Вообще огонь. Так, ну что, добрый вечер, рад приветствовать на вашем первом занятии. Начнем. Давай, защищайте. А что, ты не можешь? Защищайте, давай! Блин. Мои ученики, ну, во-первых, не карате, а карате. Это вы паштету расскажите. Здрасте. Здрасте. Давайте какой-нибудь, пусть Костя придумает сам полностью тему, а мы ее. А, вот так вот, да? О, внимание, тут у нас разошлась. Тогда на ножах. Давайте, это программа «На ножах», если кто-то не врубается, о чем речь. Поехали. Я Константин Ивлев, и это шоу «На ножах». Ай! Говно у вас, а не ресторан! Сухо, косо! Не добил! Well done! Гудкова, всеки ему! Пинчун, Брусли, сила кулака драков. На нафиг! Милиционер с Рублевки 2. С понедельника по четверг в 9 вечера на ТНТ. Есть один момент в нашей программе, когда Арсению достается все. Вечеринка. Арсений сыграет человека, который устраивает вечеринку. Мы пригласим туда трех гостей. Гости не знают, кто они будут именно. Да и мы не знаем, потому что вместе с Константином мы прямо сейчас определим, кто это будет. Пожалуйста. Пойдем туда. Так, поехали. Позов, давай тебе определим сначала. Итак, погнали. Кость, ты придумал множество успешных концепций ресторана. Вот придумай какую-нибудь одну провальную концепцию. Вот прям отвратительную, чтобы туда не ходили. Ресторан, ресторан будет называться «Кишка». А что ты, что за концепция? Только кишки готовят? То, что оттуда выходит. Все в кишках, выходит, входит, заходит, переходит. Вот это вся история. Ты владелец ресторана «Кишка», где все посвящено кишкам. Договор. Так, три травмы, которые вот на кухне могут случиться. Точно. Ожог. Так. Порез. Перелом. А перелом каким образом? А поскользнулся, упал гипс. Ты обжегся, ты порезался, и у тебя перелом. Перелом чего решай? Чего перелом? Давай сразу определим. Это вот сейчас чего перелом? Ну пусть будет головы. Давай. Ожог, порез и перелом головы. Вот это у тебя. Какое самое необычное животное, которое ты готовил в своей жизни? А животное или, может быть, поменьше чуть? Ну, лягушачьи лапки, например. На всякий случай, лягушка тоже животное, она живет, она живая. А, ну да. Значит, животное и лягушка. Шастун, да. Ты лягушка, которая сбежала из-под ножа Ивлева. Легко.
Запахло жареной картошечкой. Это значит, что время устроить вечеринку! Не знаю, что не так. Расскажи мне все. Да что рассказывать? Ну ты же это ездишь по Ленинградскому проспекту. Постоянно. Ну ты видел этот вход? Ну вот, ну я не понимаю, ну как можно не захотеть туда зайти? Секунду. Да. Вам тонкий зал или толстый? Да. Ну, соответственно, да, да, на 30 человек. Я понял. Давайте. Сейчас, секундочку. Не открывайте! Вы страшный? У вас пол вымытый, не скользкий. Грязный, сухой. Сухой? Это важно. Сухой. Острые предметы. Ни одного острого предмета. Ни одного. Огнетушитель на всякий случай. Есть в каждом углу. Здравствуйте. Здрасте. Кстати, возьмите мою визиточку, мне как раз нужны сотрудники. Вы идеально впишетесь, идеально. Спасибо, а то... Меня перестали брать на работу. Меня тут... перестали брать на работу. Я возьму. А скажите, брали? Ушла! Получил! На, похавай лапки! На, давай! Получил! Ушла! Так вот! Мы все в одной миске лежим, ага. Братская могила. Я превратилась мертвой просто. И пока он переставлял вот так вот мисочку, я с угла вот так смотрю, не как смотрит. Как слоумо, да? Да, и вот так в мусорку. Опа! Потом вот эти все, кто мусор выносят, меня в КамАЗ. Я на КамАЗе на попутках до тебя добралась. Правильно. Ох, теперь а когда... как ты зашла в подъезд? Там же кодовый замок. Это нет, я там... не закрыл. Он просто дети на улице баловались, они мне соломинку в жопу засунули, надули. И я вот так как-то по воздуху до тебя и долетел. Блин! 5 сек! Алло! Слушайте, а можно заказать у вас гигантскую соломинку? Я хочу прям во вход ее воткнуть себе. Может, так будет работать. Да, просто... послушайте, уважаемые, а вы случайно не бывший хирург, а теперь работаете архитектором города? Настолько мимо. Давайте, может, я вам помогу. Давайте. У меня красивый вход. Ну, в смысле, вы поняли? Безусловно. Мы отсюда даже видим. Как только... Мне нужны сотрудники. Так. Ну, не просто же так. Угу. Вот этот идеально там... Я у вас однажды ел. Ну и как, перистальтика после этого, нормально? Потерял координацию в ноль. Это потому, что и круглый ресторан? Вы владелец необычного ресторана. По мне это обычный ресторан. Который называется «Через жопу». К сожалению, такое название нам запретила антимонопольная служба. Говорят, ну куда вы на весь... Ваш ресторан в стилистике... Ну что, я не знаю, задний двор. Как вы назвали? Вы слишком цепляетесь за конкретные... Согласен, согласен. Ваш ресторан называется «Прямая кишка». Молодой человек, какая же она прямая. Вы бы видели, сколько там дополнительных залов. Кишка. Ресторан «Кишка»? Приходите. Кишка танка! Кишка танка! Это у вас кишка танка. Че это? Да вы же... Танковато. Вы же все сказали, Я все сказал. Да. А нас название вообще не интересует. Вы владелец ресторана, в котором, ну, тематика, да? Тематика ресторана. Кишка. Тематика ресторана
Внутренние органы. Кишечник. Извините, у вас есть нитки? С иголкой, соответственно. Нет же иголки, я же предупредил, что ничего колюще-режущего. А вот это вот очень необходимо. А скотч? Скотч есть. Скотч есть. Можно? Господи, ты для себя? Помощник, блин. Да. Для себя. Подождите. Я никогда не смогу уснуть, я только и вижу ноги товарищей, ноги моих братьев. Ты лягушка, сверху, которая сбежала из французского ресторана. Если бы это еще был французский ресторан, ты бы его видел, стоит сверху. Берет, нож. Берет, да, но... берет Джорджа, нашего капрала, и просто так... И Джордж, нет! Я не смогу прыгать! Нет! Нет! Ты... А мы с ним мечтали завести лодку и креветок ловить. Может быть, ты сбежал... Ты лягушка, которая сбежала из-под ножа Константина Ивлева. Ваш ресторан? Да. Смотрите, обычно, когда что-то открывают, это, ну, делают в честь, допустим, жены. Вот там парикмахерская Светлана... Ресторан Валентина. Подождите, вы открыли ресторан в честь избавления от геморроя? Нет, я открыл ресторан в честь кишки. Кишки. Вы же все сказали. Ваш ресторан имени кишки. Ну, если я скажу, что я пригласил батюшку на открытие, вам это как-то поможет? А-а! Ваш ресторан посвящен... кишке. А он кто? А вы его владелец. Приходите. Я обязательно приду. Приходите. Ну, конечно. Так вот, я вот сейчас быстро расскажу свою историю, и вы быстро меня отпустите. Значит, шла девочка, уронила масло, случайно его подожгла, и там лежал нож. Вы просто невезучий. Нет, блядь, тут я прям, мне повезло. Давайте обсудим. Давайте обсудим. Вы видите, что со мной? Да, вы упали на нож. Так, соответственно, образовался... Открытая рана. Как это называется? Ножом. Открытая рана. Ножевое ранение. Ножом. Порез. Молодец. Значит... Я, значит, упал, получается, на нож, правильно? На нож. На бетонный пол, на бетонный, да? Пол. А это она еще и все подожгла. Ну, у вас есть ожоги, ушибы и раны. Так. И открытые раны. Значит, ожоги чего? Ожоги ли головы. Правильно. Раны вы говорили, глаза. Вы говорили там порез чего? Порез глаза. О чем глаза? А чего? А глаз где? Вот он. А, так, это, значит... Москва, где она? Получается, а страна какая? Россия. Так, значит, глаз где? В России. Но вы же не хотите сказать, что Москва же не в центре России? У меня глаз не здесь. Не здесь. Не на брюхе. Не на брюхе. Ожог кожи. Где? Ожог, ожог лица, головы, ожог головы, так, рана головы. Какая? Порез. Чего? Головы. Молодец! Так, получается... Подожди. Ожог головы, головы, да. Порез головы, головы. Ушиб головы. Нет, там сложнее. Вот это вы, конечно, там... Ожог головы, порез головы. Такое ощущение, что у нас проблемы с тобой одинаковые, да? Ожог головы, порез головы и... У вас прямо сейчас переломный момент. Даже не смог сдержаться. И перелом головы. Да ладно, все, хватит, все. Поставь на место. Сначала ты отойди. На счет три. Раз, два. Мерзкое животное. Безмозглое растение. Лохудра. Скотобаза. Ведьма. Урод. Почему мы не можем сказать правду? Мы развелись, бесим друг друга и хотим разъехаться нафиг отсюда.
Вообще-то у нас общая квартира. Или ты предлагаешь здесь стеночку построить? А может, и построим. А что это у вас? Перепланировку решили сделать. Внуки, дождалась. Ты что, придурок, наделал? В итоге ты врешь своим? Конечно, мы планировали. Я вру своим? Дачу продадим, а деньги вам. Чтобы мои не запалили тебя твоим. Вы понимаете, да, что я врать не буду? Кольцо все власти, тю-тю. Развивайся, будем беременеть. Ты дурачок совсем. Руки убери! Мы сегодня с тобой эффективны, но все-таки семья. Помогаем друг другу. Ты совсем оборзел сюда проституток водить? Не обращай внимания, просто завидует. А вы, бывшая, помолчите, пожалуйста, и не мешайте мне искать свою будущую. Я знаю, мы развелись, но прямо сейчас ты меня чем-то таким привлекаешь. Может быть, запахом эвкалипта от твоих волос? Прям как мое мыло для интимной гигиены. Еще раз с моей полки что-нибудь возьмешь, я твоей бритвой знаешь, что побрею? «Развод». Смотри с 30 июня во всех кинотеатрах. Это Константин Ивлев. Вы смотрите «Импровизацию». Никуда не уходите! Громкий разговор прямо сейчас. Итак, участвуют Костя, Сережа и Антоша. Можете уже заряжаться туда, в декорацию, пожалуйста. Оп-тек. А я расскажу, что будет происходить. Я дам задание, и Антон будет без наушников, а Константин и Сергей будут в наушниках. В наушниках будет громко звучать музыка. И самое главное, не выпадать ни при каких обстоятельствах из того, что будет происходить. Паш. Итак. А ты же понимаешь, что он спокойный был, пока мы его на кухню не пускали. Сейчас же начнется. Да, конечно. Итак, Шастун – хозяин ресторана. Константин и Сергей – повара. Мне? Паш, за что? Хозяин ресторана решил проработать новое меню с поварами. Поехали. Так-так-так! Вкусно! Вот они опять жрут, а! Посмотрите на них, жрут. Здравствуй! Говорю, здравствуйте! Господа, шеф-повар, суши... Я говорю, здрасте! Хозяин! Здравствуйте! Куда? Никуда, здравствуйте! Просто... Не мешай есть! Чего давай? Здравствуйте! Здравствуй... Спасибо. Поешь хоть. Спасибо. Ты все деньги истратил. Здравствуйте. Здравствуйте. Я только что вернулся из Франции. О. Ты? Я вернулся. Я владелец ресторана, владелец. Я вернулся из Франции. Он выкрутился. Из какой-то ситуации. Из какой ситуации я выкрутился? Из какой ситуации вы выкрутились? Ты учти, в процессе этого разговора бить я буду только тебя. С меня начнем. Конечно. Да, начнем с меня. Я вернулся из Франции. Что хочет? Вернулся из Франции. Я вернулся. Ты вернулся? Из Франции. Из Франции. Я был во Франции. Франция. Вернулся из Франции. Франция. Как вам объяснить? Ну, Франция. Вот это, как я ужасно показываю мимо. Ну, Франция. Я вернулся из Франции. Что у нас за шеф? Я вернулся из... Я говорю, я вернулся из Франции. Он что-то хочет от нас, да? Я? Ты? Вернулся. Лягушки. Из... Из Франции. Франция. Франция. А, ничего не понятно. Короче, поймите, я... Да я понял, что ты... Вернулся. Ты вернулся. Из... А дальше я ничего не понимаю. Люди ходят. Это башня. Эйфелева. Кремль.
Эйфелева башня. Мы готовим для Кремля? Эйфелева башня. Эйфелева. Эйфелева башня. Ракета. Эйфелева башня. Эйфелева башня. Да. Французы будут где? Я вернулся. А, ты из Франции вернулся. Да, ну, да, да. Ну, я тебя поздравляю. Молодец. А, послушайте, шеф... Он вернулся из Франции. Все. Я хочу, чтобы вы приготовили фуагра из... А, фуагра. Фуагра? Фуагра. Ты фуагра. Знаешь, что такое фуагра? Фуагра? Фуагра – это печень. Из гусиной печени. Это очень... Важно, очень... что мы должны приготовить фуагра из гусиной печени. Фуагра из гусиной печени. Из гусиной печени. Вы же знаете, что это такое. Вы шеф-повар. Фуагра из гусиной печени. Не смотрите на меня так. Фуагра из гусиной печени. Нам нужно фуагра из гусиной печени. Фуагра. Фуагра. Фуагру. Фуагру из... Надо пожарить. Из гусиной печени. Из чего фуагра? Вы повар. Расскажите, из чего бывает фуагра? Из гусиной. Фуагра из гусиной. Фуагра. О, я знаю, что надо сделать. Фуагра... Одну что секундочку, извините. Тихо, 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 тихо. А, не увеличивай губы. Фуагра. 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 Из гусиной печени. Приготовить фуагру. Из чего фуагра? Из чего? Из чего? Из чего? Да, из гусиной печени. Из печени. Гусиной, гусиной. Нет. Шея длинная. Шея длинная. Шея. Гусь. Гусиная. Гусь. Гусь. Да. Гусиная печень. Фуагра из гусиной печени, да. Как готовится фуагра из гусиной печени? Как? Печень здесь или здесь? Давай я пробью, узнаем. Давай, нет? Не хочешь? Как готовится? Расскажите, Константин, вы шеф-по, куда вы пошли к капусте? Константин, стойте, ну почему вы меня не слушаете? Я же... Ну, мне что? Страшно с ним работать, клянусь. Мне тоже, но он лучший. Я что сделаю? Нету нигде гусиной печени. Хорошо, гусиной печени нет? Ладно. Давайте приготовим обычный шницель, да? Шницель мы же можем приготовить в нашем ресторане. Но он явно ведет себя как гусь. И что? Ты предлагаешь из его печени фуагра сделать? Это только один раз такое блюдо получится. Я уже умею готовить так, как готовит он. У нас нет настоящего гуся. Ну, у него два ножа, а у тебя один. Получится фуагра из твоей печени. Ты о чем договорился с ним? О чем ты с ним договорился? Новый пиджак, не хочу кровью заляпать. Это гусь. Ни о чем не договорились. Ни о чем не договорились. Мы что делаем? Готовим? Нечего готовить. Шницель. Готовим шницель. Готовьте, пожалуйста. Вы два повара у меня. Готовьте шницель. Короче, как всегда, все директора долбоебы. Вообще непонятно, о чем они говорят, что они хотят. Ну почему? Я предлагаю, давай сделать сами, что мы хотим делать, и все. Хорошо, готовьте. Какая разница? Готовьте. Да. Готовьте. Давай. Готовим. Вопросов нет. Готовим. Давай. Еще из этого делаем. Ну вот, вот у вас, пожалуйста, вот. Овощной салат. Давай. Овощной салат. Смотри. Давай. Что смотри. Из этого гусиная печень? Мы де... Смотри. Вот. А ты, осел, давай ты попробуй. Давай, давай. Посмотрим, кого из вас оставить на... Ты себе пальцы не отруби, дурак. Ты че... На твоем месте смотрел, когда ты это делаешь. Хорошо, продолжим. Овощной салат. Мы готовим овощ... Почему вы... Ладно, будь что будет. Все. Так, а у скорой помощи есть функция вызова заранее? Есть такое? Какое? Тихо, тихо, смотри он туда, тупой. Придурок, смотри туда. Он тупой. Туда смотри, и он тупой, тупой, да, он зря за это взялся. Хорошо, салат, салат. Прекрасно.
Что-то беспредельно. А что, так можно было? Не надо, нет! Не надо так! Я комбайн, понятно? Салат. Я комбайн на этой кухне. А вообще, ты не комбайн. А еще мы можем... Салат. Вместо фуагры мы можем приготовить салат из битых огурцов. Вот! Нормально? Да, салат. Давай. Да, из битых огурцов. Битые огурцы. Зачем я его нанял? Так и я готовить умею-то на самом деле. Приправишь у стола людям. Клиентам повезли. Шеф, повезли клиентам. Повезли. Пойдемте, клиентам повезли. Мы семья из Нью-Йорка. Вашему вниманию представляется салат-грядка. Значит, утиная совсем печень. Все можно просто. Остается последний штрих, и как всегда в шоу Kitchen. Гусиная печень. Мы всегда приправляем последний штрих, это соответственно перцем. Но в данном случае перцем делают вот так вот. Но мы пойдем по другому пути и приправим вам по-другому. Вот так вот. Мы взяли звезду Мишлена? Да! Звезда наша! Секунду. Да. Звезда ваша. У кого бы она до этого не была, придется ее отобрать и передать вам. Ни хрена непонятно. Все! Мы получили звезду! Звезда наша! Это импровизация, это Константин Ивлев, и мы здесь не едим. Талант-шоу. Итак, ты сядешь в судейскую коллегию, где кроме тебя будет Дима и как тебя зовут? Никита. Никита, и Никита. Да. Рассказываю, как все произойдет. У этих какие-то два дурацких таланта, а эти этими дураками проплаченные судьи. Каждый будет топить за своего участничка, ну а ты честный, добрый, настоящий. Талант-шоу! Понеслась! Всем добрый вечер! Через нас прошло 2826 участников. И вот две последние женщины, которые выступят под ваши аплодисменты. Ольга! Ну что ж, Ольга, вы одна из двух финалисток, которые остались в нашем проекте. Скажите, пожалуйста, что же вы подготовили на финал? А, вы знаете. Какой голос, боже мой. Я умею. Что? Менять свой рост. Вы умеете менять свой рост? Да. Хорошо, давайте посмотрим. Браво! Браво! Послушайте, не может наличие ахиллова сухожилия приводить к победе. Это не может быть такого. Но это может приводить к поражению, читали ли вы историю. Так вот, я считаю, это восхитительно. Восхитительно! Коллеги, коллеги, скажите мне, пожалуйста, неужели вы думаете, что это чудо может представлять нашу страну на Евровидении? А я напомню нашим телезрителям, что мы не только разыгрываем ножи из японской стали, но и выбираем, кого же мы пошлем на Евровидение. Я полностью согласен, это ужасно. Так, все, отправляйтесь в комнату ожидания и посмотрим на финалиста номер два.
Дамы и господа, Галина! Ну вот! Ну вот! Ну вот! Это действительно талант. Галина, здравствуйте. Скажите, что вы подготовили на финал? Я умею рисовать воздушные карикатуры. Давайте посмотрим. Ну! Ну! Все, Галина, это было великолепно. Я знаю! Это моя четвертая картина. Неужели вы думаете, что я 40 лет потратила на говно? А но если... Бог любит... Это моя лучшая... Бог не дурак, любит пятак. Бог не дурак, любит Константина Ивлеева. Ой, нет. Я, знаете... Я правильно понимаю, она уже горит. Послушайте, я просто буквально 10... Она горит 10... в аду. Ну что ж, а я напомню, что в нашем жюри сегодня Константин Ивлеев, ЛДЖ и Федук. Как и мы... Мы неправильно... Мы благодарим Галину. И время принимать решение. Мы зовем сюда участника номер один. Я... Ольга! Ольга! Время принимать решение. Абсолютно очевидно, что Галина должна победить, потому что Галина после этой победы сможет работать на пляже в Геленджике, рисовать воздушные карикатуры. Это значит, людям будет приятно, и это говно не придется везти домой. Я за Галину. Для меня совершенно очевидно, что в материальном мире нам ни к чему что-то, что мы даже не можем увидеть. В то же время не каждый человек на этой земле обладает уникальным даром телесной эрекции. А именно так в классификаторе профессий называется умение Ольги. Поэтому мой выбор однозначен. Константин, от вашего голоса зависит судьба финала. Ага, значит, я, насколько понимаю, финалиста мы отправляем на Евровидение, и, как всегда, по русской народной традиции туда отправлять некого. И смысла нету никакого. Абсолютно. Поэтому, что одна занимается херней, что вторая. Поэтому я предлагаю отправить их обоих, пусть херней занимаются на Евровидении. Согласен! Согласен! Абсолютно. Да! Решено! Едем дальше! Это тот, кто вас бил? Нет. По-моему, это Валдис Пельш. И правда. Валдис. Милиционер с Рублевки 2. С понедельника по четверг в 9 вечера на ТНТ. Это импровизация, и у нас здесь жара на нашей кухне вместе с Константином. Аплодисменты. Yeah. Шикарно идет. Дебаты, господа, пройдите за ваши трибуночки. Итак, Кость, любимый продукт у тебя есть? Конечно. Черная икра. Отлично. Черная икра. Твоя тема – черная икра. Все вокруг черной икры, пожалуйста. Благодарю. Можешь описать себя одним прилагательным? Вот какой ты в первую очередь? Одно слово. А из того, что можно произнести по телевидению? Да. А, сейчас. Великолепный. Арсений, твое прилагательное забрали. Я его отдаю и меняю на... Твоя тема великолепной, подразумевая. Итак, господа, начинаются самые страшнейшие дебаты на телевидении. Поехали! Здравствуйте, коллеги. Здравствуйте. Мы
просто убеждены, что нашей стране нужен такой президент, как Арсений Попов. Нет, 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 нет. Кто вы, во-первых? Вы кто? Вы кто? Ваша партия? Ваша партия ничто по сравнению с нашей партией. Потому что в нашу партию, в России, может попасть далеко не каждый. Мы очень дорогая партия. И мы берем себе в партию только избранных. Только избранных? Только избранных. Ну так изберите Арсения Попова. А еще лучше, пусть будет такой человек, у которого есть велик. А не затираете ли вы мне здесь про поджарых людей? Нет? Хорошо. А знаете, кто будет лидером нашей партии? Ну-ка. Мигель. А не затираете ли вы мне здесь про поджарых людей? Я вам про поджарых людей. Конечно, нет. А вы знаете, что наша партия, у нее есть даже, ну, собственный век. И как, скажите мне, пожалуйста, велосипед связан с графом? Вы мне не про графское тут затираете все? Нет? Нет, сам знаю. Умой. Графское и затираете в одном предложении? Между прочим, наша партия противостоит красным, противостоит оранжевым. Видно, да, что Сережа вообще не в теме? Я понял, я все понял. Вы мормоны. Так, а партия наша? Мормонстры. Да. А, я хотел сказать кривые. Ладно, ладно. Что еще? Let me speak from my heart. Our party is smart. Ну а как? Другого слова не знаю. Вы мне говорите про светское общество какое-то, нет? Разумеется. Но нет. Ну-ка. Что-нибудь? Если честно, нашу партию вообще нельзя называть, в нее нельзя вступать, да? Наша партия, как бы так сказать вам, в красной книге. Как будто. А вы вот мне тут про цвета что-то, про цвета... Не про цвета! Нет, я не буду дослушивать! Да наша партия... Ну, вот если простым языком говорить, я покажу. А вы свою покажете? Понял? Что вы, партия голых терминаторов? А разве я встал? Послушайте, послушайте. Каждый член нашей партии метает точно в цель каждый аргумент. Что вы, партия черной икры? Потому что мы хочешь
хочешь подсказок? Их нет у меня. Кто вы, блин? Окей. Let me speak from my heart again. Да пошел ты в жопу с этим let me speak. Well. Блин, сейчас. Well. Оп. Сейчас. Ага. Well. С вами все в порядке? Точно сломался. Yeah. Вам врача вызвать? Нам врача? Да мы чувствуем себя well. Оле. Yeah. А вы что орете? Вы все знаете. Партия великолепных. Вы смотрели импровизацию. Это Константин Ивлев. И у нас осталась маленькая штучка в конце специально для вас. Смотри, все очень просто. Ты шеф-повар, мы твои поварята. Отвратительно косячим на кухне. Приступай, поехали. Прошу. А ты кто такая? Я Олеся. Ты совсем оборзел сюда проституток водить? Не обращай внимания, просто завидует. А вы, бывшая, помолчите, пожалуйста, и не мешайте мне искать свою будущую. По-настоящему семейная комедия. Я могу уйти минуты на четыре, больше вам не понадобится. «Развод». Смотри с 30 июня во всех кинотеатрах.